Похоже, приехали хозяева. И ждут они свой корм. Ой, красивые. Но сейчас они их накормят. Вон целый мешок. Как они будут обнимать их. Ага. Они их начнут обнимать. Они уже в мешочек заглядывают. Вас-то отрымец. Ой! Ой! Копенмаген. Копенмаген. Вот так они ждут и прям подходят. Уточки, конечно, сзади всегда, они же меньше. Они так близко не это. О. Все. А чайки, чайки как закружились. А что это? Они как-то по-другому называются. Выкашивают. Он им что-то насыпает туда, и они подходят из кучки. Дробленки. Ага. Ну да, так хоть каждому что-то достанется. Да, они у нас с рук клевали, так. Они с песочком, они хорошо перерабатывают, пока вылетки. Им песок нужен. Угу. Вот как-то так.